Поприветствовать участников международного турнира приехали олимпийские чемпионы и заместитель главы города Сочи Сергей Юрченко. Вместе они присутствовали на открытии кубка, где пожелали участникам успехов. Акробатический рок-н-ролл не особенно знаком россиянам, однако на трибунах Сочи не было свободных мест. Первое место в категории «Б-класс» заняла пара из Томска Ольга Хасанова и Дмитрий Беляев. Для нас вообще первый турнир такого масштаба. То есть, вы представляете, мы ни разу до этого не выступали на международных соревнованиях. Вот, ну, получается, удача повернулась к нам лицом в этот день. Ну и мы, конечно, приложили для этого все усилия свои. Вот, вырвали победу. Организаторы и участники турнира надеются, что в скором времени спортивный рок-н-ролл, сочетающий в себе хореографические и акробатические элементы, станет олимпийским видом спорта. Возможно, и здесь наша сборная сможет показать лучшие результаты.